костюме Лего Хаус сегодня у нас видео набора 2018 года. Здесь у нас же, конечно же, здесь у нас оружие новое, но здесь каждое свое оружие. Да, 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 это новый набор и в следующем году. Здесь будет взрослый Робин, да, да, не удивляйтесь. Здесь будет какого-то хрена, какие-то пауки, но пауки подчиняют роботов. Здесь злой робот, здесь Робин взрослый со своим молотом, здесь Даррен есть со своим мега самолетом. Второй набор, который хочу, это, конечно же, вот этот набор робот Клея. Клёвый! Здесь есть, конечно же, эти паучки, злые роботы, электронный монстр и Мерлок. Да, не услышали. Электронный монстр с Нексосилой. Они еще здесь будут коллекционировать золотые Нексосилы. Здесь у нас Лансы, это у нас злой Деннис. Да, и они будут иметь золотые наплечники и золотые Нексощиты. А у нас это второй набор, который хочу, это, конечно же, здесь танк Акселя, и здесь есть сам Аксель с золотыми наплечниками, злые два монстра, и, конечно же, добрый Джестро. Да-да, не удивляйтесь. И здесь топор. Здесь у нас серия мини-фигурок, но я не буду по ним проходить. Пишите в комментариях, кого вы здесь узнавали. Здесь у нас команда ниндзя новых костюмов. Это у нас, опять же, тот же набор. Здесь Мэйси, конечно же, со своими наплечниками, и, конечно же, со своими наплечниками. Здесь у нас, конечно же, вот этот дракон. Это фигурка, которую я хочу, это... Ах да, кто не догадался, золотой самурай, вот этот самурай X, это пиксель. Это опять же тот же гигант, это акула на курьих ножках, которая уже выходит. Да, вам, наверное, он понравится, очень жутко понравится. Мне он уже понравился, хочу. Это набор, здесь будут входить все три они-маски. Конечно же, здесь будет входить вот эти вояки, здесь будет Гармадон и, конечно же, их не королев. Чин Супресс это набор первоисточник, потому что я еще... Это у нас машина, здесь будет Онимаска ненависти. А вот этот набор мой самый любимый. Здесь Онимаска вранья, и здесь будет сам же этот гигант. Джей, конечно же, Самурай Икс. Он мне очень сильно понравился, стоит $50. Это у нас опять же спинджицу, у нас здесь логово. Здесь Онимаска зла, фиолетовая она типа. А это у нас же, конечно же, вот это корабль Кая, кому понравится, пишите в комментариях. Опять же, это танк Акселя. Этот набор здесь есть Унимаска не... отомщений. Конечно же, здесь он будет присоединяться к мистеру Экс. Вот этому парню. Я не знаю его имя, пишите в комментариях. Главный злодей этого сезона, конечно же, Гармадон или герой. Здесь опять же вот эти ссылки на какие-то наборы, которые хотел бы. Это у нас фотки. Ну, короче, всем пока и всем удачи. Пишите в комментариях, какой вы хотите набор за 2018 год. Еще у меня в группе ВК есть свои же фотки наборов. Конечно же, вот эти же. Конечно же, их куча здесь. Можете присоединиться. Вот здесь злые Нексосилы. Здесь наш воскрешенный Гармадон с фиолетовой кровью. В том же храме, конечно же, Гармадон будет высовываться из этого храма. Это новая команда ниндзя, новый Ллойд, конечно же, у него маска вранья, конечно же, уникальные фигурки, и здесь есть прикольные фигурки. Здесь еще дерево, фигурка, я не отмечу чуть-чуть. У нас здесь добрый Джесто, как вы видите, он должен быть с наплечниками в другом наборе. Здесь злодей есть почти что. Это герой, а это злодей, как вы знаете. Ой, как мне тяжело держать этот телефончик. Это у нее маски, конечно же, у нее маска насыщения, у нее маска зла. Как вы видите, прошлом видео. Еще здесь есть вот это из набора вулкан Гармадона, который уже есть у нас в магазинах. Это у нас же, конечно же, у нас ученый. И, конечно же, это у нас боевая кока. Ну, типа, созвучно кока-кола. Это опять же у нас самоделки. Добрый Джестро. Меня до сих пор бомбит. Почему Джестро стал снова добрым? А это Зен под покрытием злодеев. Типа он будет зваться какая-то змея, не знаю. Это у нас опять же Унимаски. Конечно же, это у нас фиолетовая Илья. Типа она обладает Унимаской зла. Это у нас же опять же электронные чудовища. Опять же те самые фигурки. Ладно, не скучайте без меня, дорогие подписчики. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И ах да, кому понравится фигурка Пеннивайза в своей коллекции, пишите в комментариях. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Давайте наберем к Новому году 100 подписчиков. Будем набирать больше подписчиков к Новому году. И пишите мне в комментариях, какие вам ролики больше нравятся и какие вам наборы нравятся. Вдруг на них я буду делать обзоры. Всем пока и всем удачи!